МБШ делалась реально просто тупо один экземпляр для меня. Потому что я постоянно езжу в командировки, я вот эту хню не мог с собой возить. Вот и все. Я попросил Мишу, мы сели подумали, Миша ее сделал. Потом он приезжает и говорит: Серега, можно я ее в Сирию пущу? Я говорю: ну пускай, ну что, нормально, ребята, будет. Она предназначена для другого, ребят. Она предназначена для поддержания формы. То есть ты выходишь на какой-то уровень, вытаскиваешься. Ты поехал в командировку на неделю, на месяц. Ну так получилось. Ты ее с собой взял. Теща на дачу. Но без вот этой макивары прогресса не будет. Без классической большой макивары, ребят, никак. Понимаете? Вот чтоб удар, она еще говорит, там можно спорить, можно. Я все давно сказал по этому поводу. Я вам просто объясняю, для чего МБШ. От нее не следует ждать того, чего нельзя получить. Можно, в принципе, на одной МБШ вывести удар в приличных 300-400 легко. Просто там за счет, Миша покажет сейчас за счет чего. Смещение точки удара. Смещение точки удара. И она позволяет, что вот если ты бьешь в стену, вот, в неподвижную поверхность, я максимум, что я могу работать, это тоже позволительно, ребят, чтобы вы знали, мы пишем про это в книге, можно и по стене работать, можно по бетону работать. Просто надо понимать как, что там по бетону ты работаешь в 15% от мощи удара, то есть вот бетонная стена, вот я работаю. Нет у меня больше, в тюрьме сижу, одни стены. 15%. Дерево вот по этой поверхности можно работать до 30%. То есть, вот. И тоже, видите, я соблюдаю стойку. Я туда дышу. Продышать. Любой удар надо продышать. Продышать, то есть прожить с ним, с этим ударом. Вы понимаете, куда вы бьете и зачем вы его бьете. МБШ позволяет там, если мы сделаем неподвижку, у МБШ есть смещение. Есть отбойник, который поглощает. То есть по МБШ можно всаживать под все 100%. Если вы еще в защите на руке вот такой, то можно всаживать. То есть она принимает там 250 килограмм. Я бил на ней 500, и ломали мы ее несколько раз, пока она тренировала, ну пока и Миша ломал. Она позволяет удар, она поглощает, то есть вы не травмируете руки и суставы, понимаете? Но работать надо вот на это. Так, я вас оставлю ненадолго, вы мне все надоели, поэтому чай выпью, горло болит.